Привет, это Dark Souls, и мы продолжаем. Сейчас я спущусь в этот подвал. Придется опять спускаться по этой длинной лестнице. Очень долго. Почему он не может по-быстрому спуститься? Ладно. Надеюсь, здесь есть много чего. Лестница наверх и лестница вниз. Сходим наверх. Для начала. О, вот с какой стороны открывается. Ладно. Не зря я сначала наверх сходил. Только вот толку у меня от этой двери. Псины. Я не могу здесь попасть. Давай поднимемся. То, что надо. Да... Серьезно? Так, или сначала лучше туда сходить. Псина. Так, откройте дверь. Проклятие, мне конец. Как такое могло случиться? Открыть. А чего это мы тут делаем? Я уже думал, что никогда не выберусь. Колдун? Может, торговец еще? Благодаря тебе я могу продолжить свои странствия. И чего, ты мне ничего не дашь, что ли? О, здравствуй. Эй, ты не наглей. Шапка колдуна, куртка колдуна, посох колдуна. Ты не против, что я здесь кувыркаюсь? Не возражаешь? Да ладно, мне все равно. Убить бы тебя. Шапка колдуна. Куртка колдуна. Может, это бонусы какие-то там дают? Или нет? Я вас вижу, пацаны. Конечно, я знаю, вы тупые, но... засады так себе. Воу! Вы не такие уж тупые по сравнению со мной. Мне на эту локацию, наверное, раньше надо было идти. Потому что тут все легкие такие. Два
двойная человечность. Да, за это стоило сражаться. Ладно, можем продолжать свой путь. Нелегкий. Почему я открыть ничего не могу? У меня же есть ключ. О, привет. О, вышел. Вышли, они сами открыли. Ну, блин, спасибо. Кортик. Ничего. Могли бы хотя бы кровать себе поставить. Или матрас постелить. Или хотя бы газетки. Я просто бью. Я даже толком не защищаюсь. Большая душа. Потому что они легкие. Ладно, я попробую изобразить страх. Нет, не трогай меня. Песик. Щит, мишень. Девять, восемь, пять. Надо будет потом все барахло свое выложить. Хотя у меня загруженность 25 из 70. И щит. Фигня. Может, босс? Поэтому я пока туда не пойду. Как-то мне страшно. У меня осталось всего 5 фляг. А, это воры, блин. Ясно. Теперь мне все ясно. Или сходить к нему. 5 фляг всего. Хотя терять-то нечего. 7000 душ. Сейчас для меня это не так уж и много. Хотя кого я обманываю? Я и за одну душу готов. Нет, не та кнопка. Теперь еще на одну флягу меньше. Да, тут босс. Главное, выносливость. И в угол меня зажали, ублюдки. Крыса, блин. Свали. Босс-то не сильный. Там, наверное, эти псины постоянно лезть будут. Нет. Почему я у того костра не сохранился? Боже. Нет, это к драконам.
Нет, изи, босс. Эта локация слишком легкая для меня уже. Почему я не посидел там? Почему? Лучше бы я через драконов побежал. Поднялся бы быстренько к храму. Ладно. Мне нужно вернуться. Да. Через храм там же тоже может пройти. А по-другому как? Откуда я тогда пришел? А, да, я через лес пришел. Точно, точно, точно. Тут и то они сложнее. Нет, мне не сюда, мне сюда. Да, толку я поднимался. Полдня. И 3 ночи. Еще ниже. И ниже. Сначала очень долго поднимался, потом очень долго спускался. Хотя мог сразу туда побежать, если бы не забыл. Но я забыл. Побегу через костер, наверное. И сохранюсь там. Прыгать не обязательно было. Набежал это вас. А ты жив. А теперь я вообще могу через вот здесь спуститься вообще. И не обходить это все. А я думал то, что даже дверью этой пользоваться не буду. Этим проходом. Нет, не бейте меня. Я хороший. Честно. И не бегите за мной. Вы зачем побежали? Я предупреждал. Я же предупреждал.
Псина опять сейчас эти. Где еще одна? Прекрати! Что это такое вообще? Что это значит? Это же не отравление. Пацаны, можете не прятаться. Берите пример с псины. Потеря крови. Это кровотечение, что ли? Да блин, боже. Души мне тебе не вернуть. Потому что эти втроем меня забили. Атакуют и атакуют. Ну ладно. Я бы не сказал, что это обидно. Потому что у меня человечности даже нет. Не думаю, что они меня будут до конца преследовать. Воров ненавижу. Один прибежал. Ух уж эти воры, блин. Да отвали! Жесть. Ладно, я расслабился. Не закрываюсь. Просто лезу напролом. Не надо так. В смысле не попал? А как же самонаводка? Блин, они еще потом атакуют. Давай. Ну как хочешь. Ничего себе. Отбил. Отбил. Вот это вот чему отбило? Еще один где? Я готов. Эй! Готов не к такому. Еще из-за псины меня опять убьют. Из-за псины. Обосранной псины, которая подперла меня. Подперла. Я не успеваю бить. Босс-то сам по себе легкотнющий. Но меня подпирают. Да боже!
Надо как-то забежать там. Я просто побегу. Отдохну и побегу. Скотина. Псина к ноге. К ноге. А вот это вот сильная атака. Я надеюсь, тут больше нет псин. Ключ от глубин. Окей. Как принять? Что за глубины? Ту дверь я могу открыть? Нет. Тут ничего открыть не могу. Ну давайте, или я уйду. Вот твой друг поступает правильно. Просто свалил. А, нет, тут сбоку. Как я мог о нем забыть? Ключ от глубин. А у меня есть душа этого босса? Нет. Видимо, он настолько стрёмный. Потому что за остальных тоже не давали. Только за бабочку. Кто тут у нас, а? Оттуда нельзя. Так, надо запомнить. Кто? С кем? Я сдохну, если сюда наступлю. Поторговать хочешь? Ну... Фигню какую-то продает. Зажигает оружие. О, вот, вот это можно купить. 4000. Путевой знак бросьте и прислушайтесь, чтобы оценить высоту. И человечность она продает. Ее и купить можно. Значит, все вообще фигня. Ослабляет и снимает проклятие.
Ладно, запомни, что ты здесь тусуешься. Я смогу открыть-то хоть. И здесь крыса была, да, в свое время? А, крыса вон там. Я сейчас выйду здесь. Ну да, только... То есть остается мне только в глубины идти. Ладно. Глубина так глубины. Зря тогда тех людей убил. Очень зря. Глубины. Это только такие слабаки будут. Стол. Псина какая-то. Еще там кто-то стоит. Кто тут этот стол поставил? Он мне пройти мешает. Так, я могу спрыгнуть. Но я не хочу. Нужна лестница. Нормальная лестница. Ну, псина. Вон этот гигант с большим топором. Ты мясник, что ли? Мужик. Давай. Поднимаемся. Давай. Я готов. Чё? В смысле? Такой же ты и сильный, да? Тысяча. Псина. Ты чё стол сломала? Такой хороший. Сундучок. И проход вниз. Или это не проход? Чей это такой?
Или там просто сдохнуть можно. Большой уголь. Вот его надо кузнецу отдать. Уголек. Собачки, собачки, собачки. Как ты так прыгаешь? Тут же передвигаться невозможно. Ладно, спрыгну туда. Или умру. Нет, не умру. Ого! Я не попал? Блин, я не вижу. Отрастил себе голову, блин. Паучий щит. Защищает от отравления. А, нет, ее, наверное, легко убить. Я не могу спрыгнуть. А, ну да. Я хотел удар сверху сделать. Человечность и 1000 душ. Не густо. Ключ от канализации. Нет, я его, наверное, умру, если туда пойду. Хотя другого выхода нет, а есть. Отбой тревоги. Нет! Где я? Хватит тут все отравлять. Или это туман? А, нет, это галлюцинации, наверное, какие-нибудь начнутся у меня. Око смерти. Око за око. Ладно. Проходить дальше будем в следующей серии. Пока.